Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 158 на странице 69 рабочей тетради по русскому языку для 4 класса автора Канакиной. Прочитайте, ставьте пропущенные буквы, подготовьтесь объяснить их написание. Мы, березы, хозяйки добрые, землю украшаем. Куда ни пойдешь, везде нас встретишь. Листва шелковая шелестит, нашептывает. Птицы на ветках гнезда вьют. От белых стволов свет разливается. Забредет человек в березовую рощу, глянет на нас. Не уйти ему с этого места. Красота заворожила. Шим, автор этих строк. Березы, непроверяемая бездарная гласная Е. Хозяйки, непроверяемая бездарная гласная О. Украшаем. Бездарная гласная, проверчено слово краше. Украшать. Первое спряжение, окончание Е. Пойдешь. Мягкий знак в окончании глагола второго лица единственного числа. Встретишь. Встречать. Встретить. Глагол второго спряжения, окончание Иш. Листва, бездарная гласная И, проверочное слово листья, шелка, бездарная гласная Е, проверочное слово шелк, шелестит. Бездарная гласная Е, проверочное слово шелест, нашептывает, нашептывать. Окончание Ать, первое спряжение, окончание Ед. Вьют, мягкий знак, для разделительный мягкий знак. Ствол, бездарная гласная О, проверочное слово ствол, разливается, бездарная гласная И, проверочное слово разлил, разливается, разливать, это глагол первого спряжения, окончание ед, забредет, бездарная гласная Е, проверочное слово брел, человек, бездарная гласная Е, и О, береза, бездарная гласная Е, суффикс ов, рощу, чущу, пишем с буквы У, глянет, глянуть, первое спряжение, окончание ед, красота, бездарная гласная А, проверочное слово краша, завражила, жиши, пишем с буквой И. Спишите четвертое предложение, над глаголами укажите спряжение. Четвертое спряжение, листва шелковая шелестит, нашептывает, птицы на ветках гнезда вьют, от белых стволов свет разливается. Пишем за главной буквы листва. Шелковая. Шелестит. Тире. Нашептывает. Запятая птицы на ветках гнезда вьют. Запятая от. Раздельно белых стволов свет разливается. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.